Добрый день, сегодня у нас снова обзор ботинок, полуботинок таких вот. Скажете, уже видели где-то, да? Это модифицированная модель от Reebok. Раньше она была Reebok Trail Fighter, вот эта модель называется Reebok Trail Fighter Walking. Сейчас расскажу, что здесь модифицировано. Ну, в первую очередь, вместо красного цвета стал оранжевые вставки такие. Логотипы ихние. Так, сейчас расскажу поподробнее. В принципе, быстро пробегусь поверху. Материал здесь Gore-Tex идет полностью по всему периметру. Вставки такие гладкие, гладкая замша здесь. Здесь идет противоударный носок, выполненный по технологии Toy Texion. То есть прочный носок. Здесь все прошито. Везде все прошито, все грамотно сделано. То есть сейчас посмотрим. Протектор такой же. Такие вот звездочки. Очень хороший протектор. Агрессивный. Износостойкая резина идет. То есть рисунок с протектором идет DMX Ride Plus. Такой вот протектор. В промежутке идет этилвинилацетат. Здесь идет стабилизация средней части стопы. Стабилизинг фрейм. Пятка твердая. Такой вот логотип здесь идет. Материал Gore-Tex. Здесь плотные шнурки присутствуют. Очень такие плотные, хорошие. Никогда не порвутся, наверное. Я так предполагаю. Gore-Tex идет сверху. Снутри идет утеплитель Tinsulate. В этой модели 200 грамм утеплителя. Вот одна из модификаций. То, что в той модели был утеплитель, да, утеплительная подкладка Tinsulate, здесь утеплитель 200 грамм запихнули в каждый такой ботинок. То есть модель стала теплее. Модель вообще демисезон зима, где-то до минус 15, ну максимум до минус 20, с очень теплыми носками. То есть они где-то по высоте не как ботинки и не как полуботинки. Между ботинками и полуботинками. Вот их явное преимущество. Если, допустим, наступить там, да, в сугроб в ботинках, все нормально будет в полуботинках. Вы вам, ну, в ноги наберете снега, грубо говоря. В этой модели, то есть вы тоже, думаю, как и в ботинках, минуете это дело, но при этом, в отличие от ботинок, эта модель намного легче за счет материала Gore-Tex, да. Сам материал непромокаемый, стирать не рекомендуется в стиральных машинках. Обычная ручная стирка отводит влагу изнутри, но при этом туда-обратно не вводит ее. То есть непромокаемая модель. Изнутри вот так вот выглядит вот этот утеплитель сам, да. Надеюсь, что вам видно хоть немножко. Такой вот серый материал. Такой мягко-жесткий материал. Стелька Orpholite идет, антимикробная, не впитывает в себя влагу особо. Такая вот стелька. Очень мягкая. Амортизационная, хорошая стелька, толстая, как вы видите. Мне очень нравится, у меня у самого такие же. Внутри так вот подклад, если видно, надеюсь. Там прошито все. Здесь Tinsulate, подклад. Такие вот ботинки, полуботинки. Вообще считается трекинговая модель. Агрессивный, так как протектор. Хорошо цепляется за снег. Ну, за все подряд, в принципе. Розничная цена. Где-то у них 6-6,5 тысяч в официальных магазинах.
меня стоят такие 2700 рублей. Ну, в зависимости от сезона, бывает немножко дешевле, бывает немножко дороже. В принципе, модель по весу очень легенькая. Мне очень нравится. То есть, я думаю, вам тоже приглянутся. Везде петли идут. Хорошие такие, проэтованные. Здесь прошивка идет, ничего не оторвется. Сами шнурки очень хорошие. Здесь мягко все внутри. Ноге очень комфортно себя чувствует. То есть, такая вот модель. В принципе, все, что хотел сказать. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Впереди еще больше обзоров. До свидания.